Легкоатлетическая сборная Казанского федерального университета стала пятой в общекомандном зачете на спартакиаде студенческой молодежи, завершившейся в Беларуси. А накануне члены сборной КФУ вернулись в Казань. В Беларусь в качестве заместителя руководителя делегации Российской Федерации поехал и председатель студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские юлбарсы» Ренат Мингалеев. По его словам, легкоатлетическая команда КФУ заняла пятое место среди восьми сборных по легкой атлетике. Причем первые три места завоевали представители Беларуси. Четвертая – объединенная команда вузов Москвы. От России поехало 8 команд по волейболу и мини-футболу и 4 команды по легкой атлетике. Такие же команды были со стороны белорусской делегации. Легкоатлетическая сборная Казанского федерального университета довольна показанными результатами. Многие члены делегации КФУ побили свои личные рекорды. Некоторые выполнили высокий разряд. Например, ведущая нашего телеканала Регина Якупова пробежала по разряду кандидата в мастер спорта, завоевав серебро на 100-метровке. Я думаю, это для начала заслуга тренера, то есть он нас тренировал, у нас были очень интенсивные тренировки последние полгода, мы готовились к этим стартам, и это был первый международный старт для меня, и я очень довольна своим результатом, я очень довольна именно организацией соревнований, все прошло вообще на высшем уровне. Адель Шемилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.